Здравствуйте, ребята! Я мама Зайчиха. Я хочу рассказать вам о любимом лесе, в котором я живу. Вам интересно? Тогда приглашаю на прогулку. Дни стали короче, а ночи длиннее. Осенью в лесу похолодало, часто идут дожди, изменился цвет листвы, кругом листопад. А что же меняется у животных? Животные готовятся к зимним холодам, и им предстоит сделать очень много. Вот насекомые ищут убежище, заползают под опавшую листву или древесную кору. Осы и пчелы готовят себе запас меда на зиму. Раньше всех прячутся ящерицы, лягушки, жабы, змеи. Между корней деревьев зарываются в мох, опавшие листья заползают в заброшенные норки грызунов. Хищные рыбы в лесных водоемах очень активно охотятся. Запас жира поможет им перезимовать. Другие рыбы уходят на глубину или зарываются в ил. Многие птицы начинают собираться в стаи. Затем они улетят в теплые края. Это перелетные птицы. Самыми первыми улетят ласточки, соловьи, стрижи, ведь насекомые почти пропали. Позднее улетят утки, журавли и гуси. Они подождут, пока не замерзнут водоемы, и им тоже будет нечего есть. Зимующие птицы стараются накопить жир. Он поможет пережить им зиму. А некоторые из этих птиц делают запасы. Например, сойка прячет желуди под корнями деревьев, а поползень семена клена или липы засовывает в трещины коры. А что же лесные звери? Кроты, мыши, бурундуки делают большой запас ягод, семян и орешков. Их они несут в свои норки-кладовочки. Сейчас самое время потрудиться. Хозяйственный бурундучок, прежде чем впасть в спячку, занимается тщательным перебиранием и пересушкой всех своих запасов. Осенью и бобры заняты заготовкой корма на зиму. Они подгрызают осину и иву, делают большие запасы и складывают воду около своих хаток. Вход в хатку всегда устроен под водой, чтобы враг не подобрался. Зимой внутри такого жилища всегда тепло, да и корма хватит на всю зиму. Вот шустренькие белки. Белки собирают грибы и сушат их на ветках деревьев, пополняют запас желудей, шишек и орехов. Это они зарывают и в мох. Использует зимой эти запасы не только сама хозяйка, но и любая другая белка. В конце осени шубка белки становится теплее, и цвет меняется на серый. Свои гнезда белки сооружают на высоких соснах или елях, выстилают гнезда мягкой травой, мхом, комочками шерсти, чтобы легче пережить холода. Гнездо у белки необычное, сложено из переплетенных веточек в форме шара с боковым входом. В холодный день можно и не выходить из такого тепленького дома. Иногда белки селятся и в дуплах деревьев. Ёж. Осенью он ест лесные плоды, также улиток, жуков, охотится на мышей, лягушек, ужей, ему тоже необходимо нагулять жирок. Ёж готовит себе теплое гнездо для зимней спячки, таскает в нору сухие листья и мягкий лесной мох. В зимней спячке ёж проведет более 6 месяцев. Мы, зайцы, постепенно меняем серую шубку на более теплую, белую. Сейчас для нас это самое важное. Свой дом мы не строим, запасы не делаем. Помогают нам быстрые ноги и умение прятаться. Когда ляжет снег, нам придется глодать кору и веточки, откапывать траву из-под снега. А пока еды хватает. Мой друг лось любит полакомиться ягодами брусники и черники, прямо с веточками. Также любит и грибы, иногда специально их ищет. В конце осени он сбрасывает свои рога. Постоянного жилища лоси не готовят. Трудно придется им зимой, когда снег очень глубокий, ведь перебираться по нему с такими длинными ногами нелегко. Кабаны. Осенью они много едят, чтобы образовался слой жира. Редкая летняя шерсть, которая на брюхе местами совсем отсутствовала, меняется на зимнюю, более густую шерсть с подшерстком. А как готовятся к зиме хищники? Вот рысь. В спячку она не впадает. Этой хищнице и зимой хватит добычи. Зайцев, лесных зимующих птиц, она может напасть и на лося или кабана. Рысь великолепно передвигается по глубокому снегу, лазает по деревьям. К зиме шерсть у рыси становится густая, пушистая и мягкая. На лапах отрастает мех, чтобы не чувствовать холода.
лиса и волк. Эти хищники зимой не спят и запасов на зиму не делают. Но вот шубку к зиме и лиса, и волк готовят. Шерсть у них, как и у всех зверей, отрастает и становится очень теплой и пушистой, чтобы зимой не было холодно. В зиме волки собираются в стаи, так будет легче охотиться. Медведь. В начале осени для него много еды. Разных ягод, вкусных кореньев, орехов. Есть и рыба в пруду. Можно полакомиться медом диких пчел и ос. Медведь набирает необходимый запас жира, который будет расходовать во время зимней спячки. Чаще всего медведь делает берлогу под корнем поваленного дерева или в буреломе. В ноябре медведи забираются туда и засыпают. Спят медведи беспокойно. Если их что-то потревожит, они могут бросить эту берлогу и соорудить другую. Вот какое интересное путешествие в осенний лес у нас получилось. Молодцы, ребята! Мне с вами было очень интересно гулять. Надеюсь, что и вам понравилось. Мои зайчата выросли. Они теперь большие и умные. Я их научила всему, что знала сама. Теперь все новости буду рассказывать вам. До новых встреч! Thank you.